Приветствую вас, друзья, на нашем канале ТОП-обзор, на котором я делаю для вас перевод реакции иностранных блогеров со всего мира на Димаша. Сегодня у нас в ролике красавица, рок-певица. Ссылку на девушку я по традиции оставлю в описании. Друзья, если вы впервые на нашем канале, то я очень советую вам ознакомиться с нашими другими реакциями на канале и предупреждаю вас о том, что как переводчик я буду находиться в кадре. Все это для того, чтобы данное видео не заблокировали. Спасибо вам за понимание и приятного просмотра. Салют, как дела, мои сумасшедшие? Добро пожаловать обратно на мой канал, на YouTube. Сегодня мы возвращаемся к Димашу. Песня SOS из 2021 года. Так, я обновляю поиск на YouTube, это конкретная песня, появилось две версии, одна из китайского конкурса и одна из данного Digital Show, так, поэтому я решил сделать сразу две версии, и я собираюсь сделать конкретно эту версию сегодня. Друзья, дайте мне знать, стоит ли мне посмотреть другую версию, пожалуйста, ставьте палец вверх, потому что... Ну, вы должны это сделать и подписаться на канал. Пожалуйста, сделайте это, ребята. Я сама рок-певица. Поехали. Ссылка на девушку будет в описании, друзья, повторюсь. Все ссылки на мое видео вы найдете, на мою музыку, на iTunes, Apple и так далее вы найдете в описании. Пожалуйста, посмотрите, ознакомьтесь, послушайте. Окей, идем. Димаш, я знаю, что я буду потрясена, я это знаю, что это будет потрясающе. Я буквально остановлюсь на секундочку. Погнали! Это так легко звучит. Это бы было F5. Что для него, в принципе, ничего не значит. Ладно, давайте остановимся прямо сейчас. Я думаю, данная реакция, мне в ней придется останавливаться часто и говорить о том, что мы видим, это онлайн-концерт. Так, знаете, им хотелось показать, что здесь нету публики, да, как лиц. И людям обычно нравится восхищаться реакциями именно лиц на шоу во всяких. И поэтому я могу только представить, как тяжело певцу, который действительно находится вот в этом режиме песни, хотя он выступает, да, в полную силу и без публики. Я думаю, что это непросто. Он поет вживую, конечно же, для человека с таким уровнем артистизма, как Димаш. Знаете, наверное, это пустяк, и я уверена, что даже дело не в этом, с публикой он выступает или же нет, а, вот, но, знаете, аудитория, она важна. Димаш здесь очень потрясающий, мне понравилась вот эта F5 нота, что на него как будто бы не похоже в конкретном моменте, но посмотрите, какой на нем костюм, мне очень нравится цвет, цветовая гамма всего, и реквизит. Визиты, которые на самом деле, да, это световое шоу, и здесь нужно собрать как будто бы все воедино для полноценной картинки, чтобы свет был, чтобы на сцене все было ровно, чтобы позади были вот эти все картинки, проекторы, свет. Это должно на это уйти очень много времени, и знаете, иногда получается так, что что-то где-то не совпадает. И здесь
все он как будто бы окружен светом, и я уверена, что для этого всего потребовалось очень много сил, времени, огромное количество таланта многих людей собрать эту сцену. Так, идем дальше, двигаемся дальше. Это великолепно. Какой же он. Покажи. Так, давайте остановимся прямо здесь, потому что я чувствую, что вот-вот откроется что-то новое, и Димаш не перестает меня удивлять. Он интересен во всем, он может привнести в песню и на сцену, едва двигаясь, все что угодно. Ты смотришь на его лицо, на его пальцы, как он двигается, вся эта драма, но это не банально выглядит, понимаете? Вы смотрите на людей, которые выступают, и думаете, ну ладно уж тебе, ну хорош, а ты смотришь тут на Димаша, и такое чувство, будто бы ты пошла в театр, как будто бы действительно наблюдая за реальной игрой настоящего актера на сцене. Он потрясающий. Как я сказал в одном из других моих реакций, я чувствую, что он был рожден для всего этого, понимаете, чтобы чувствовать такую музыку. Боже мой, он фантастический. Друзья, в каком-нибудь, я не знаю, похожем драматическом фильме он мог бы сыграть. Ну, я не знаю, наверное, принца какого-нибудь, что-то в этом роде. Это очень круто. Еще раз, реквизит — это... Очень красивый реквизит на сцене, честно говоря. Я не буду говорить о его вокальной технике прямо сейчас, о его способностях. Он фантастический певец, и вы все это знаете. Поэтому каждый раз я удивляюсь, он каждый раз меня удивляет. У него столько октав, у него примерно 6 октав. Но как будто бы сейчас это не имеет никакого значения, как он низко, как высоко поднимается по этим нотам, понимаете? И как будто бы наверху он собирается треснуть от этой ноты, и каждый раз он переходит к высокой ноте, а потом падает с нее просто в пропасть, в какую-то на низкую ноту, и вы никогда не ожидаете, что будет вся эта клавиатура звуков. Так, давайте перейдем к кульминации песни, друзья. На этой ноте нужно так много контроля для
чтобы сломать эту ноту прямо здесь и прямо сейчас. Я имею в виду, что я просто не знаю, мне нужно узнать побольше о нем, понимаете? Кто предложил мне Димаша? Спасибо этому человеку, потому что сейчас это лучший певец в мире, и я очень благодарна, что он появился в моей жизни, понимаете, о чем я говорю? И я очень рада, что реакции на моем канале, что они... что вы открыли для меня этого артиста, и каждый раз, когда я нажимаю кнопку воспроизведения на каком-то его выступлении, я рядом. Я знаю, что я в предвкушении того, чтобы покататься по этим волнам, посмотреть на спектакль, посмотреть этот фильм. Это просто, как он падает на колени, как он всем телом дает понять, что он здесь король, что он все это чувствует. Не так ли, друзья? Я верю ему, я верю каждому ему, его слову, каждой его ноте, и на самом деле меня просто трясет от всего этого, я чувствую его, понимаете? Мы все должны быть благодарны ему за его творчество, рады и счастливы, что у нас есть такой исполнитель в мире, и ценить его музыку. И вместе с тем, друзья, если брать все эти триллионы других певцов, друзья, ну, это несопоставимо просто. Итак, друзья, меня зовут Анастасия Луна, спасибо вам большое, я рок-певица, и спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки и так далее. Друзья, как вы знаете, вы можете перейти по моим ссылкам, послушать мои песни, посмотреть клипы, и, пожалуйста, сделайте это, друзья. Следите за обновлениями на моем канале. Пока-пока. Друзья, если вам правда понравилось наше сегодняшнее видео, то я жду ваше мнение в комментариях. Поставьте лайк, но и самое главное, не забудьте подписаться на наш канал Топ Обзор, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие ролики. Если вы хотите поддержать мою работу переводчика, то все реквизиты вы найдете в описании. Спасибо вам и храни вас Бог!